теплый пояс. Очень теплый пояс с летящими лентами. Теплыми. Думаю, мужчины. Классник. Наверное, миньон. Мультик «Гадкий я», и там миньоны 100 миллион шапок таких надели. И еще, наверное, палки носили на этих шапках. Специальная такая шапка. Ну, я думаю, это какой-то шлем такой. Ну, когда катаешься на велосипедах, гиробортах, роликах, скейтах, когда катаешься, надо одевать кокошник. Может, какая-то шляпа? Черная такая? Цилиндр. Кокошники носят дрессировщики в цирке. Папаха – это, наверное, стул. Наверное, из железа и папаха. Или дерево. Вот. Коричнево. Или все цвета. Это какая-нибудь тоже как соломенная шляпа, только она покрыта тканью и очень крепко заплетена. Они вот такие длинные, с полем. Лучше от солнца они. Папаха — это, мне кажется, что какой-то пистолет. Большой такой. С коротким стволом. Обычно, чтобы тренироваться. Чем короче ствол, тем неправильно стреляет. И так пробует меткость новеньких военных. Это такой фрукт, который растет на дереве и похож на папайю. Это тоже, мне кажется, шляпа с полем, только тканевая. Но больше всего ее можно увидеть летом. На каких-то модницах. Сомбер, наверное, это такой пол, который вообще не сломается. Или плитка такая крепкая. Из бетона во дворе или дома. Квадратная маленькая дома, а на улице большая, побольше. Только это не квадрат, а прямоугольник. Такая плитка называется сомбреро. Какое-то такое слово из какой-то страны. Сомбреро. Ну, я думаю, это такая футболка. Сзади длинная, впереди коротенькая. Это такой инструмент. Там-та-там-там. Вот так. У него такой звук. Похоже на погремушку, я уже знаю. Я видел только в мультиках такое. Это просто либо банан, или апельсин, или все фрукты. Все сладкое, сладкое, сладкое. Фиска — это такая кисточка, которую можно раскрашивать, рисовать и красить стены. Маленький цилиндр. И их носят художники. Особенно художники еще и на эти кисточки сюда надевают, чтобы рисовать. Это, наверное, как такой квадратик, на котором такой круг. И тут кисточка висит. Она просто висит. Для красоты украшения шляпы. Вот это именно шляпа-фиаско называется из этой кисточки. Все школьники и студенты одевают фиаски. Одевают. Ну, думаю, что, например, в Китае могут одевать. Даже у нас на ноги. Это как чулки. Чулки одевают на ноги там, где холодно. Это как колготки бежевые. Но могут быть разноцветные. Шарф можно наматывать на шею. А чулки — это, наверное, что-то шьют иголкой. Это чехлы такие. Маленькие, чуть-чуть больше, больше. На диван, на подушку, на кровать или на одеяло. Чарма — это такой лаваш с мясом, помидорчиками и клубничкой. Это очень вкусная еда. Выглядит как конус, думаю. И надевают на голову. Обычно это носят клоуны. Еще наверху красный шарик такой. Все клоуны носят чалому.